Вот. Вот он. Вот он. Бросай ее. Ай, братан. Яска, братан, да? Есть. Я так прям соскальзываешь вниз. Заново-то там резина. Будь здорова такая, серьезная. Она более дорожному. Оглядываться назад. Да, здесь, конечно, такие луга серьезные. Руки забились вообще, блядь. Чё там? Это Колян показывает для тех, кому это интересно. А? Ну, на такой резине, как у вас, можно такие горки ездить. Но не как у нас. Совсем плохо. Но... Не, не ссать! Не, никто не ссыт. Просто ты сравни, на чем ты едешь. Она стёрлась. Но в любом случае, зацеп какой. Едь туда. Движок, у меня самый слабый движок. Да, движок это херня. У тебя какой стоит? 170. Не, у тебя побольше. У меня есть машина. Всем привет. С нами Вован. Вован, Николай. Два парня новых. Ну или это мы новые с Вованом. За пацанами езжай. Я, кстати, когда ты едешь за пацанами, за тобой не успеваю. Вообще кочки под травой, вообще не видно, что тут находится. Ух ты!
там проволока прям такая торчала. Офигеть. Парень, что либо. Снимал там бота бы пальцы подорвал, вот сразу. Выше это, выше меня даже, сидя на мотоцикле. О, грязь тут, скользко. Пиздец, стрёмно. Все, так поедем. Или можно по рожке на снег смотрим. Так. Блять, по асфальту ехать.
Нормально? Опять горки либо начинаются. Здесь, а здесь скользко, вообще прям юзом колеса задние. Серьезно, здесь гора. Ох, он даже подымается. Пошел вперед. Езжай вперед. Чего?